привет. Я на пляже Лагуна, кажется, он так называется. Какая лагуна? С моря, блин. Я их путаю вечно. И сейчас смотрите, какая тут красота. Кажется, скоро начнутся волны. Разноцветное такое, знаете, от серого, от коричневого и до темно-синего где-то там вдалеке. Вот такая вот осень. Не переживайте. Дня через два вообще все будет тихое, ровное. Очень сильный ветер такой, так не очень, но сильный достаточно. Я пойду все-таки наверное. Да не наверное, а точно у меня вариантов нету. Пойду туда, в сторону Стеллы. Так, музыка меня слегка пугает. А ветерок сильненький такой. Но это не пугает. Народ, как вы видите, тут у нас на взморье полно народу. Преимущественно девчонки. Или может быть я обращаю внимание больше. Я не знаю, так будет. Сейчас пойду подальше от греха, как говорится. Солнышко светит. Ветер сильный. О, но если будет такой ветер усиливаться, то я не исключаю, что будет штормик сегодня к вечеру. Да он, в принципе, такой маленький уже начинается. Пока еще не очень сильный. Людям разрешают купаться. Но ветерок такой конкретный. Сегодня водоплавочек точно не увидите уже вообще. Это комментарий, смотрите, людей тоже. Несмотря на даже ветер. Не сдувает никого вообще. Лежит группа в полосатых купальниках. Классно. Эх, если бы не было бы этого самого, да, ветра, то я бы, конечно, запустил бы в Жика. И мы бы с вами полетали. Но, увы, засада. А людей, кстати, я вам скажу, как бы... нормально. Как-то я думал, что будет гораздо меньше. Возможно, знаете, в чем причина? Есть такое объяснение, что сегодня у нас суббота. Завтра, когда вы будете смотреть этот ролик, будет воскресенье. И, возможно, люди приехали на выходные. Вот. Есть такая теория у меня. Ну, кто его знает, может, я ошибаюсь. Ох ты, там такие волны. Классные были. Тоже был салют, уже даже за счастье. В воде вообще людей немного, все загорают. Солнце-то припекает хорошо, а ветер остужает хорошо. Так что там в районе салюта хороший выход. Слышите, какой ветер? Вот он. Вот оно так. Сейчас мы вот этих сюрфингистов на досках с парусом. Так, музыка какая-то играет, но я так думаю, ветер ее забьет окончательно. Все, на этом. Да что же она так ровно-то, а? Как специально собаки такие делают, а? Все, мы покидаем пляж Счастья. И теперь мы на пляже Салют.
катамараны теперь не скоро будут в море. Блин, красивые волны. С телефоном боюсь, кстати, сегодня, когда я с отрица делал обзор, мне повезло. Телефон хоть и промок достаточно хорошо, но вот этот вход непосредственно, ничего с ним не случилось. И у меня появилась такая возможность выложить прям сразу ролик. Я волновался, если честно. Думал, что будет все. Блин, опять это капиталисты эти. Зачем так громко включать музыку? И так ветер, ничего не слышно. Любуйтесь вот морем. Ну, вон девушек фотографируют, видите. Раз такая прелесть сзади, что там спереди у нас. Помните, я такое говорил? Точнее, это не я говорил, это пели такую песенку. Виталик! Виталик! Привет, привет. В море плещется волна и кукурузу съесть пора. Привет. Привет. Приезжайте, ветра завтра уже не будет. Вот. Завтра будет хорошая погода, обещаю. Завтра? Да. Все под... А завтра меня не будет, завтра я еду. Но все равно. Пускай люди там, пускай едут. Вы там приезжаете, да. Они будут. Вот видите, я подошел, Виталий подошел. Ну давай, удачи, Виталик. Все, Виталий сказал, а они-то люди опытные. Они уже тут как бы не первый год находят. Знают, что будет, что не будет. Блин, а волны такие классные, смотрите. Так, ну ничего, ничего, скоро у меня дневной обзор, я все равно же полезу. Полезу, блин, с телефоном. Пускай я его там мочу. Там еще это сложно, ребятки. Верните GoPro немедленно. В общем, круто. Круто. Никита, походу, сейчас отхватит. А Алина не послушалась. Заканчивается этот ролик 10-минутный. Я говорю вам до свидания, отправляюсь домой. Вот, как было так. Что так, до свидания. Хорошее получилось, до свидания. Всем привет и до свидания с пляжа. Я на ребенка смотрю. Я вот правда смотрел на мальчика, как он волновался. Музыка, блин. А, ну она такая без песен вроде как бы. Все, ребят, закончился пляж «Салют», закончились все пляжи. И время тоже. Всем пока. До новых встреч в эфире. Добро пожаловать в Лазаревское. А я поехал. У меня дела государственной важности. И магнитик.